Убийство петербургского строителя Андрея Каткова, совершенное группой дагестанцев летом прошлого года, расследовано. Об этом информационному агентству «Росбалт» рассказал адвокат потерпевших Владимир Сафонов. Они осуждены по хулиганству, то есть все они получили сроки, реальные сроки наказания по хулиганству. То есть все осуждены по двум статьям, это значит 115 и 213, вот, то есть нанесение легкого вреда здоровью и хулиганство. Значит, основной фигурант тоже уроженец из Дагестана. В отношении него, значит, сейчас проводятся окончательные уже следственные действия, которые будут направлены на то, чтобы изобличить его именно в убийстве. То есть все, что проводится, никаких претензий к следователю Балакиреву нету. Напомним, 8 июля прошлого года около десятка уроженцев Кавказа возле кафе «Алешина» на Личной улице приставали к прохожим, провоцируя их на драки. 27-летний петербургский строитель Андрей Катков вступился за супружескую пару и был убит ударом ножа в сердце. Родные и близкие убитого были недовольны ходом расследования и опасались, что убийцы избегут наказания. Знаете, тут просто сам факт, что толпа вооруженных нелюдей избивали одного человека. И не важно, какой национальности они были, эти нелюди. Главное, тут была несправедливость. Не могу.